Всем привет! Значит, сегодня видос будет такой, как отрезать, можно ли отрезать чугунную трубу, ну, газовой горелкой. Нашел я вот такой отвод чугунный, все равно он лопнутый, так что не жалко. Ну, правда, ну, в принципе, все будет приближено к боевым условиям, весь засратый снутри. Как, ну, типа как стояк вот чугунный. Скажете, болгаркой отрезать? Да, согласен. Ну, но нет вот болгарки, если. Либо слесарь такой артачится. Сам я не пилю болгарками стояки, они мне нафиг не нужны. Кому надо, тот пусть пилит. Мне руки и глаза не лишние. И дыхалка. И так дышишь вот этим всем. Вот. Ну, бывают ситуации. Либо в стояке вода течет там. Подключаешь, предупреждаешь людей. Не лейте, пожалуйста, сейчас мы тут заменим кусок стояка. А это как красная тряпка. Специально начинает литься вода. И какать и пысать в это время всех прорывает. Ну, болгаркой уже резать тогда бесполезно, когда вода течет. Она практически уже не режет диск. Ну, пусть режет. Ну, не режет. Значит, приходится им, бедным, вырезать, чтобы сзади разрезать сотку. Это 50 полтинник, а сотку. Чтобы сзади разрезать, окна вырезать, туда засовывать внутрь трубы болгарку и прорезать. А вода льется. Ну, в лучшем случае... Замкнет болгарка, сгорит. В худшем трахнет востоком. Хорошо, если живы останетесь. Вот. Ну, тогда в бой вступает тяжелая артиллерия. Я могу ее резать и с водой. Вода течет, я тут режу, она обходит это место, вода. Ну, короче, прорезаю я также. Когда от стены не видно, я здесь больше... прожигаю, и уже горелка идет. Вот, зазор между. Уже я так вот иду вот внутри. И ничего, прорезается. Ну, короче, так все вроде объяснил. Сейчас покажу. Тут все дело кислородом, он не продувается, чугун. Нагреваешь до плавления. И начинаешь плавить вот так. Туда-сюда расплавляешь до того, пока не провалится внутрь. И пошел тогда. Там, смотри, какой вам рез нужен. Ну, получается все равно широкий рез. И вот так дуешь и скидываешь ее. Металл скидываешь внутрь, либо наружу. Ну, наружу это, если это будет... Короче, он когда капает на пол, разлетается на мелкие фракции. Ну, хуже не бывает. Загорается все рядом. Ну и плюс все сюда залетает. Вот. Ну, сейчас покажу, как практически. Постараюсь показать. Настрою камеру. Как же ее бы настроить поинтересней. Поинтересней. Отрежу я вот этот ободок. Так, ну как-то так. Сейчас я фильтр возьму.
Так, опять же, фильтр у меня вот сделан на камеру из сварочного очка. Стекло S4. S4. Так, надо бы его бы протереть. Сейчас протру. Ну, как будет, не знаю. Сфокусируется так или не сфокусируется. Посмотрим. Значит, пламя делаем немножко окисляющее. О, задохнулся нафиг тут. Так, ну короче, вот так вот как-то. Сейчас я, может, так еще покажу. Thank you.
Все. Короче, просто сплавляем и все. Тут ничего сложного, но очень вредно, блин. Очень вонючо. Ну так что так. Ставим лайки, подписываемся на канал. Пока. Пошел я дышать.